Время поступать. 20 июня во всех российских вузах началась приемная кампания. Регламент подачи документов остался прежним. Оригинал и копии можно отправить в 5 вузов. Ивановские учебные заведения уже приняли первых абитуриентов. В первый день подали документы лицеисты, те, кто закончили химлицеи нашего университета, плюс много заочников, которые сейчас закончили программы бакалавриата и поступают уже на программы магистратуры, реализуемые в нашем вузе также по заочной форме. Ну и выпускники техникумов и колледжей прошлых лет. В ГХТУ подать документы можно несколькими способами. Лично, в формате живой очереди, по электронной почте, а также по записи на любое удобное время. Количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом осталось примерно на том же уровне. Проходной балл в зависимости от интересующей специальности варьируется от 150 до 250. Наиболее популярные направления подготовки – это химическая технология. То есть там идут обучение по профилю подготовки, например, тонкий органический синтез, обработка природного газа. Это довольно сейчас наиболее перспективное направление, естественно. И очень популярное направление подготовки – это энергосберегающие ресурсы. Кроме того, пользуется популярностью, естественно, сейчас с развитием и научной деятельности во всем мире – это направление химия. В первые дни приемной кампании документы приносят в основном выпускники прошлых лет, а также бакалавры, планирующие продолжить образование. Алина Орехова отучилась в ГХТУ на специальности «Пищевая технология» 4 года. В магистратуру поступает сюда же. Варианты в других городах даже не рассматривала. Поступала именно сюда, потому что мне, в общем, нравится этот город. Мне нравится именно этот университет. Здесь очень теплая атмосфера. Мне нравится вообще моя специальность, поэтому я хочу продолжить обучение. Еще больше получить знаний. В вузе следят за статистикой ЕГЭ. В этом году количество школьников, которые выбрали в качестве дополнительных экзаменов предметы естественно-научного цикла, возросло. А это значит, что желающих поступить в химтех в 2019-м станет больше. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.